Сын, где нож? Ну, что у нас? Какой-то путевой камень. Покажи-ка. Клянусь Аудумлой, это же камень единства. Уверен? Не думал, что он существует. Если он был у Тюра, тогда ясно, как он смог побывать во всех землях, в каждом из миров. Камень был у него. Там, среди книг Одина. Да. Да, ну вот теперь-то я все понял. Там был изображен Тюр в мире между мирами. Ты знаешь, что сходить с тропы нельзя? Вот, а Тюр всегда шел своей тропой. Понимаешь, о чем я? Мир между мирами. В храме Тюра он изображался шагающим светом. Нужно тоже так сделать? Да. О нет! Она забрала камень! Башня поглощает энергию камня! Что-то происходит! Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшее уже позади. Нет, ошибся насчет худшего.